Саш, ну, первое, с победой. Во-вторых, ну, всем понравилось. Очень такая яркая игра, насыщенная. Насколько довольны всем тем, что ты сказал? Спасибо большое. Ну, конечно, сначала, конечно, неприятно, что пропустили гол, но это нас немного активировало, и стали играть в свой хоккей. Здорово, что забили голы хорошие, комбинационные. Старались получать удовольствие от игры. Нам очень нравится ваша связка с Андреем Кузьменко. И тем не менее, сегодня вы сыграли в разных тройках нападения. И тем не менее, продуктивно. Вот вы что по этому поводу говорите? Ну, сегодня играл с Никитой Гусевым, Ярнек Аскерант. Не секрет, что Никита лучший нападающий КХЛ, поэтому одного удовольствия с ним играть. Просто открываешь свободный лед и знаешь, что он тебя найдет передачей. Так и получилось. Ярнек был только что здесь. Блистательная передача от вас. Как вы это делаете, Максим? Да я не знаю, я видел, что он открывается, и отдал. Все просто. Да. Все гениальное просто. А впереди «Спартак». А, опять же, соперник такой для Петербурга, будь то футбол, хоккей, принципиально. Что думаете, как готовитесь? Ну, на самом деле, у нас сейчас были сборы, мини-сборы достаточно тяжелые, поэтому даже сегодня было тяжело играть. И думаю, что следующая игра тоже будет, может быть, какой-то дискомфорт в плане физики. Но это нам поможет в будущем, потому что мы готовимся к плей-офф. Но это и хорошо, наверное, что с одной стороны «Северсталь» бьется за то, чтобы клуб сохранил прописку в элите, а «Спартак» будет биться за место под соусом, за то, чтобы оказаться повыше в турнирной таблице. Ну да, я думаю, что будет более ожесточенная игра.